Вы ведете себя неприемлемо. Из-за этой финансовой пирамиды вы останетесь на мели. Что? Мы ковбои-миллионеры и на мели? А ну, вытащи деньги изо рта сейчас же! Так, дай сюда! Нет-нет, не глотай пятерку! Эй, я вообще-то еще не доела. Простите, мэм, босс требует свою долю денег. Или нас всех закопают в землю. Видишь, только тот, кто наверху пирамиды, забирает все деньги. Это босс! Деньги мумии! Это что, мумия? А кто же еще, по-твоему? И вы не удивлены? Да нет, вообще-то. И вы не задумывались, откуда эти мумии? Он вылез из пирамиды. Откуда же еще? Деньги мумий. На, держи, мумой царь. Деньги мумий. На, больше ничего не осталось. А остальное мы съели. Деньги мумий. Жара. Деньги мумии. Ладно, ладно. Это все я виноват. Я так хотел купить киборгу самый дорогой подарок. Он так сильно его хотел, мечтал о нем. Киборг, твой материализм до добра нас не довел. Мне бы хватило простого объятия. Бейсбой, я тоже был неправ. Я думал, что пирамиды опасны тем, что можно потерять все деньги. А на самом деле, это все из-за мумий. Деньги мумии. Простите, друзья. Слушай, Бейсбой, есть только один способ отсюда выбраться. На тяжелый труд намекаешь? Жалкий хорь, а мы чем занимаемся? Я про другой тяжелый труд говорил. О, ясно, беременность. А, я, кажется, понимаю, к чему ты клонишь. Не забывай про дыхание, Бисти. Ты такой молодец. Продолжай дышать. Уже почти все, дорогой. Тушься еще. Поздравляю. Я стал матерью. Отлично. Теперь, когда вы оценили плод тяжелого труда, избавимся от оков. Ключ к нашему освобождению все это время был в Бейстбое. Но что нам теперь делать с этими мумиями? Ты что, забыл, Бейстбой? Ты же все еще шериф участка. А мы твои помощники по пирамиде. И-ха! Погнали! Я вас не подведу, шериф. Ну тогда за дело, ребятки, погнали! Деньги мумий! Деньги мумий! Мумий! И-ха! В этой пирамиде нам двоим стало слишком тесно, мума-царь. Деньги мумий! Золотой мишка, ты мой золотой.